Спасибо. Ты куда так разогналась? Погнали. Стартуем с подъема от 8-й горбольницы. Только поднялись и выезжаем. На тропинку. На Андреевский? Поехали. Поехали. Просто если мы по этой тропинке не будем кататься, мы забудем вообще, где она находится и все развилки по ней. Давно мы по ней не ездили. Один раз как-то случайно на нее выехали. И то не планируя. Видим, всюду кочки, вылетают позвоночки. Вот. Каждый раз вот здесь налево, направо. Наверное, направо и налево. Прямо? Я имею в виду прямо по тропинке. Неужели мы почти туда приехали? Это вроде та и есть тропинка. Мы еще тогда тут стояли, решали, вот сюда поворачивать или нет. А это мы отсюда уедем. Нет. Да, вон туда нам ехать. Мы потом уехали. Когда ехали с Андреевских, мы туда уехали. Нет, мы тогда тоже стояли. Не-не-не, Наташ, я помню, туда. Ты туда? Да вон туда. 100%. Поехали за мной. Вот смотри, смотри, я вот уверен, что туда, а я да. Я помню, мы оттуда возвращались, там еще прикольная дорожка была. По хребту, по хребту. Что, еще сомнения есть?
Единственное, я думал, мы на самом деле будем дольше искать эту развязку. Смотрите, какой вид. Может, вертолет сейчас увидим. Хотя сегодня воскресенье. Завчики, может, тоже выходной у вертолетчиков. По хребту. Небольшая извилина, чтобы посидеть. Заезжать можно было, не заезжать. Так, первая паутина лицом пробита. Мухи в уши залетают. Мухи в уши, мухи в уши. Что-то я не помню, мы туда? Ты была права. Вот на такую поляночку выйдем. Посмотрите, какой вид. Вон телевышка. Обычно мы на велосипедах. Хотя, блин, тут... Ребят, это... Велопокатушка на Андреевские пруды по Кумыске Саратов, заодно тест GoPro 11 камеры, и до конца еще не разобрался во всех настройках. Снимаем в 2К, 60 FPS, супер широкий угол обзора и стабилизация какая-то там, которая не сильно режет, короче, не сильно режет по бокам картинку. Вот. Приближать, насколько я помню, нельзя. Так что не знаю, видно вам телебашню или нет. Обычно мы на великах туда привозим наши... Ой, на великах, на машине привозим наши велики. И оттуда начинаем все старты по Кумыске. Но это в этом сезоне. У нас в том году еще не было велокреплений. И мы все поездки делали из дома. Это намного больше времени занимало. Мы уставали изрядно. Но это больше прокачивало мышцы. И мы были более выносливые. Собственно, на чем мы катаемся? А, вот такие у нас агрегаты. У Натальи точно такой же агрегатик вон там. Это у нас Outlip Vector Elite 2023 года. Что-то на самом деле цену не помню. Но он вроде подорожал.
И что я поменял, значит? А, давайте по стандартным характеристикам, что у него идет изначально. Конечно, я их все хорошо изучал перед покупкой, я уже все забыл. У нас идет Advent X микрошифт на 10 скоростей. Также у него фиксируется лапка, чтобы не болталась. Вот она у меня сейчас зафиксирована, чтобы на корнях цепь не била, не тряслась, натянута была. Одна звезда спереди. Вилка у нас самая простая XR Santur воздушная. Самая простая, какая, наверное, есть воздушная. Поменял подсидел, чтобы быстро, хомут, точнее, подсидельный, чтобы можно было быстро опускать, поднимать сиденье, потому что изначально он идет на болтике вот таком. Вот. У Натальи от моей GT-шки старой достались педали. Она себе сигналку заказала. А что еще у нее тут из нововведений? От GT-шки мое крепление бутылка. Такой вот велокомпьютер у нее. Одинаковые у нас велоподножки. Я до последнего их лошил. Вообще мне не нравится. И если ты агрессивно катаешься, они лишние мешают. Но в нашем случае пришлось их заказать, потому что когда собираешь, их постоянно выкидываешь, кидаешь велики, они все время валяются. Домой приносишь их, все время ручками к обоям прислоняешь. Поэтому было решение поставить велоподножки. Вот, такие педали, все AliExpress, RockBros. Вот такая штуковина. Кто-то может скажет, она не защищает. Да, она не защищает, в луже тебя не защитит, заднего крыла нету, но она защищает вон ту дырочку, чтобы туда грязь не летела. Вот, реально защищает, да и смотрится неплохо. А так, велокомпьютер у меня от этого, который ушел, как у нас он называется-то, я забыл магазин. Наташ, как у нас назывался магазин, который в Хэппи-Молле был спортивный? Где сенсей сейчас открылся? Ушел от нас, не-не. Наподобие спортмастера. Короче, из головы вылетел. А? Декатлон. О, да, декатлон. Вот. Такая брончалка, чтобы людей на тротуарах шугать. И вело телефон держатель. И жопа мягкий диван. Вот. Ну, летом, например, когда я в шортах, я его снимаю, и у меня там велопамперсы, там свой поролон есть. А в штанах катаюсь, когда вот сейчас как? Сейчас. О, смотрите, вертолет, не знаю, видно вам или нет. Учения идут, летают заводком. Вот, такой небольшой обзор, на чем мы катаемся. А мы, наверное, продолжим дальше ехать на Мачу-Пикчу, откуда открывается обзор на Поливановку и снизу Андреевские пруды. А давай, кстати, режим охраны протестируем. Сигналку, ребят, еще вам хочу показать. Типа, если я его сейчас задену, он будет кряхтеть, да? Ну, не сразу. Стонать. Он предупредит тебя. Он уже предупредит. То, что я подошел? Да. Ё-моё. Ладно. Разок. И что будет? Давай людей не будем шугать. А эти... Как ты людей шугаешь на тротуаре, покажи. А еще что там есть? Ладно, ребят, я думаю, вы поняли, насколько это громко. С обычным колокольчиком это, естественно, в сравнении не идет. Наверное, тут все на Кумыске в радиусе километра это слышали. Мы, короче, выдвигаемся, не будем затягивать. А, кстати, почему я в таком разрешении снимаю? Потому что у меня всего одна батарейка GoPro Enduro. И еще две идут, они не пришли. Получается, у меня ограничено время на съемку. Возможно, не все, всю покатушку не влезет сегодня у нас показать вам. И плюс в 4К не снимаю, потому что быстрее будет разряжаться и большие файлы будут. Для начала затестируем так. Ладно, поехали в путь. Сейчас немного ее отпустим, чтобы подразогнаться.
тоже неплохая полянка. Только она такая, прям уже на спуск идет. Да, я думаю, и тут ни бревен, ничего нет, аж тут не сидят. Да. Но тут вон сразу обзорчик. Теневая сторона, вон, смотрите, ребят, солнце, горизонт, а мы в теньке с вами. Че, до самой вышки поедем, доедем? Мы до вышки отсюда не доедем. Доедем, это вот она ведет. Это Андреевские пруды. Ну и вышка там. Поехали вперед. Хочешь сказать, она не там, не внизу? А где она? Она вообще в другой стороне. Ты уверена? Да. Иди, вон вылезет, вон в ущелье, посмотри, она где-то вышла. А, да, мы вроде первый раз тоже так думали, что-то ошиблись. Может, ты права. Может быть. Стой, стой, стой. Кажется, я ее вижу. Да, я ее вижу. Камер не видно, конечно. Вон лысая поляна, и она там. А как к ней проехать? Поехали? Ты дорогу знаешь к ней? Нет, какая. Да. Вижу. И она такая на нас замерла. В трекере там у тебя не забито? Собачку. У тебя в трекере не забито? Нет. Маршрут. Смотри, как она классно прыгает. О, ладно, поехали. Да. Да, тупанул немного я. Уверенно так ехал. Вот как раз поворот какой-то. Левый поворот. И мотор ревет. Скорости не сбрасывай на виражах. Трынь-трынь-трынь. Только так научишься, поверь, да? А мне кажется, мы тут и ехали. Опять паутину лицом схавал. Тут не спуск, тут ровно. А вот тут интересно. Тут развилочка. Езжай прямо, а я тут. Наверное, встретимся. Наташ, поворачивай налево. Мы сюда вообще с тобой один раз только ездили. Ну или два. Не к добру этот спуск. Надеюсь, это не во враг. Позвоночки по хребту. Нет, все правильно. Все правильно. Вот это уже я припоминаю. Ну, скорее всего, ты бы вон там бы выехала бы, наверное. Ты бы, наверное, там выехал, но я не уверен был. Вот Поливановка. Поливановка. Я посидел-то здесь. Не видно было. Сейчас там еще и подъем будет веселый. В песке лучше не вилять рулем. Мы это сделали. Мы заползли в Мачу-Пикчу. Местная пик пионеров, если быть точнее. Пик пионеров. Вот она. Поливановка. А вон там снизу, мы вон там были, на той стороне оврага, где-то вон там. Я сквозь деревья увидел эту лысую поляну, и вот этот сигнал. Что-то вертолетиков не видно.
один летал. Я был уверен, что мы если бы дальше продолжили бы, если бы я один, например, был, я бы дальше поехал, думал, что эта вышка там находится. Что у нас тут что-то осталось, сохранилось. Точечка. Интересно, какая у нее тут высота от Балтийского моря и координаты. Это... Песок. Не советую! Надо максимально сосредоточиться и ловить велик. Блин, он такой маленький у тебя. Туда, направо. Изначально ты думала на Андреевские пруды сюда ехать? Все, ландыши твои кончились. Значит, я пока нигде не видел. Аккуратно давай. Опять паутина, еще под очки как-то в глаза попала. Что-то я, кстати, не помню, на этой развилке мы сюда поворачивали. Вроде да. Так, ребята, мы решили заехать в наш хвойный местный лесок, если там свободно будет. Юрта наша, перекусить. Сюда нам. Да. Так, ребята, кто местные, скажите, вы тут едете по вот этой тропиночки узенькой или вот тут по широкой? Я пронесусь тут быстренько, ты как хочешь. Так, вроде людей нет, можно немного газу дать. В темных очках темновато. Прыжок на корни. Натаху потеряли. За мной, что ли, в тропинку свернула. Ты решила по тенечку ехать? Интересно, как камера с ветром справляется. Ветер сильный. Прием, меня слышно?
Вот он впереди, наш хвойный лес. Ну там, где люди заросшие, местный памп-трек. Им уже никто не пользуется. По всей видимости, а может пользуется. О, дом, милый дом. Перекусим, отдохнем и дальше попрем. Скрываемся. Но не мусорим. Мы забыли пакетик для мусора. Вот, да, не мусорим, но куда-нибудь придумаем убрать. А пакет с-под хлебом он. А, ну все, тогда. Спасибо. Подержи, что я сейчас себе сделаю и закроем. Так, накрываем. И убираем. А потом запиваем. Да, мы быстро съедим, ребят. Так что все, кто едят в просмотре видео, вам приятного аппетита. Сколько раз в этом лесу бывали, первый раз только заметили, что среди всех хвойных деревьев одна береза здесь такая не вписывается. Ей тут, наверное, скучно, не с кем поболтать. Но разнообразие добавляет. Опять что-то брончать начало. Я думал, это как телефон крепления, а вроде нет. Вот это улетело. А я уж крутить устал. Фу, блин, комара в рот засосала. Вкручивай. Обхожу справа. Езжай, я за тобой. Куда? Право направо. Я тоже иногда здесь не вписываюсь. Ну тут опасно. Я когда первый раз разогнался, прям в этот куст улетел и остановился в нем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все.
повсюду кочки. Где мои позвоночки? Такое место, сейчас вон туда проедем в угол, если зарядка не сядет. Доедем до туда и там немножко постоим. Так, потому что люди у нас на тропинке сейчас не перекрыли. Хребту. На Дахина догнали скалолазку. На камнях, конечно, бросаю от колеса. Но где большие булыжники, вообще опасно. Конечно, солнышко тут припечет нас. Эх, в темных очках темно видно. Плохо видно, темно. Жужелица облок разбилась прям с ударом. Зарядка вот-вот сядет, не факт, что прям даже спуститься успеем, ребят. Много не вошло в сегодняшнюю покатушку. Прям были классные тропинки. Я экономил батарею, не снимал. Но ничего, думаю, придут батарейки. Везде с вами покатаемся. Корни, корни, тихо тут. Опа, дроп. Корневой дроп. Опа. Опа, прыжок. У меня, кстати, когда холодно, часто ноги сводит. И один раз так я летел с горы, по корням ногу свело. Пришлось терпеть через не хочу. Колесико. Кто-то что-то жарит, вкусно пахнет. Надеюсь, запись еще идет, ребят. Кстати, съезд тут сделали более резким. Оп. Все, ждем Наташку, короче. Передний притормаживает чуть-чуть. Слева передний. Ну, справа больше давить, слева чуть меньше давить. Как бы задние всегда больше давишь, передние меньше. Конечно, но не тормозит. Тормозит, можно полностью остановиться.